Всем доброго утра. Васенька, скажи доброе утро. Он опять все в моей постели тут кувыркается, дремлет. Ну что, Алена у нас едет из Пензы на поезде. Видео есть. Купе для инвалидов. Две кровати, кресло, телевизор, часы, все есть. Туалет рядом. Вагонов мало. 5 или 6 вагонов, потому что Пенза-Самара. Вот, дальше он не идет. Бась, ты что отвернулся? Косится. Я все переживала за букетик, но стоит нормальный. Думаю, вдруг он завянет. И как это, что это? Вот этот листочек, наверное, надо снять. Какой-то он тут. А так, в принципе, все нормально. Так, кручу-верчу, все нормально. Ну, хорошо, хоть денька 2-3 бы постоял, вот, а там будешь и как получится, а там дальше как получится. Я вчера водички долила, вот это все сняла, и там такой, ой, показать вам, если получится сейчас, там такая конструкция. Вот такая пленка. Так, главное вот этот бантик, чтобы вот здесь был. Все. Такая бумага мятая. Сейчас это модно, что ли, мятая бумага. Вот. Даже готовят, смотрю, мнут бумагу. Например, рыбу запекают или мясо, и эту бумагу всю помнут. Вот она такая мятая прям. Прям все так на стиле. Так, я в душ, потому что обещают выключить воду на 2 дня. Это вообще ужас какой-то с этой водой. Ну и буду ждать шарик, в обед торт. Ну и потом все по плану. Хотела еще показать вам погодку. Погодка вообще изумительная. У нас 20. Дети идут в школу, в лицей. Так, а время-то еще? Время 8, мало еще кто идет. К 8:30, по-моему, учится. Так что, ребятишки, потихоньку. Сейчас вот целая такая демонстрация всегда. Идут прям толпами. Такая вот погодка. Прям чудесная. Сегодня собираемся в кафе поужинать. В общем, должно быть все хорошо. Иду на кухню. Здесь приятных 2 сюрпризика. Сюрпризика. 5000. Неплохо, неплохо для начала. Все смотрю, убрал Коля. Голубцы были. Они вчера горячие, я их готовила. Большую кастрюлю. Васенька идет. Васенька идет. Это огромная кастрюля голубцов. Так, ну начинаем день-то мы, конечно, с кофе. Не с голубцов, да, Басенечка? Че, пьем кофеек? Радость-то какая! Ой, сама задохнулась, бегала за этим шариком. С днем рождения, Аленка. Мы ее Аленка зовем. Это ласково так. Вот посмотрите на эту собаку. Барабаку. Уф! Че, не дают? Уф! Лаял, я ушла, он лает. Я пришла, он все лает. Вот не знаю, может его распаковать все-таки. Фу, бежал на 5-й этаж с шариком. В лифт побоялся, думаю, прихлопнет меня. И лопнет, не дай бог. Так, сейчас я его распакую, покажу. Спокойствие, только спокойствие. Смотрите, здесь грузик. А здесь все вот так. Сейчас увидите. С днем рождения, Аленка. И там перышки. Внутри перышки розовые. Вот так вот красивенько. Спокойствие. Ну что, дождалась я торт и пошла в Пятерочку. Тортик очень красивый, с малиной. Я покажу еще его.
Не буду сейчас открывать. Алена приедет сама с домашним зефиром и макарон. Вот эти маленькие печенюшки. Вон они. Вот. Торт на 2 килограмма. 2600. Взяла сейчас пятерочки фанту, колу, какая-то кул-кола. Плюс вот такая вот кола. Классический газированный напиток. Это мы в кафе пойдем. С собой возьмем. Так, хлеб деревенский. Хлеб такой вот еще батон. Это был по скидке. 1 плюс 1 99 рублей. Взяла 2. Потом вот такой колбаски. Ну, не знаю, хороший, нет, какая-то россиянка. Такая сырокопченая. Так, провансаль, майонез, сыр творожный, сыр вот такой монастырский, брест-литовский, и взяла еще гауду, такой вот. Ну, конечно же, кофе, 359 он стоит, 69 молоко, Васька не дает снимать, и взяла еще вот такой сок, вот сок, к тортику, после чая не хочет она. А, это что такое там? Вы знаете, что там? Кошка пробежала, и за ней ворона. Ворона гоняет кошку. В общем, вот мои покупки. Мы сегодня идем в кафе. Уже заказала шашлык, салаты. И можно, если на 1500, то можно напитки. В общем, у нас там на 3,5. Ой, ну не дают снимать. Напитки взяла.